Это так, дилетант-любитель. Да, ребята, скажу вам, летняя резина, а зимой это вообще огонь. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я вам покажу и расскажу, как можно поменять масло в заднем редукторе своими руками. Итак, собственно, вот он. Вот так вот выглядит задний редуктор на автомобиле Toyota Caldina. Для того, чтобы поменять масло, не на автосервисе, а самому, нам понадобится шестигранник, открутить вот эту сливную пробку и вот эту пробку заливную. Сейчас я поближе вам ее покажу. Вот она. Вот здесь находится пробочка. Данный редуктор блокируемый торсом. Заливать мы в него будем вот такое масло кастроловское 75-140, потому что на таком автомобиле нагрузка на задний редуктор достаточно большая, поэтому масло 75-140. Далее понадобится нам вот такой вот аппарат, то есть шланг с крышечкой. Вот эта воронка нам не нужна. Ее открутим и возьмем пустую бутылку, нальем туда масло и закрутим вот на эту крышечку. Будем давить, и масло будет наливаться в редуктор. Ну, позже немножко покажу вам. Итак, продолжаем. Вот такая вот бутылка нам понадобится с вами для масла, которое нальется в редуктор. И еще раз повторяюсь, вот такой шланг небольшой длины. Ну и, соответственно, тара, куда мы будем сливать старое масло. Предварительно сольем старое масло вот в эту канистру для дальнейшей утилизации этого токсичного продукта. И нальем в эту бутылку предварительно, которую мы полностью помыли, обезжирили растворителем, проветрили и высушили. Наливаем это масло в эту бутылку, закручиваем пробку на бутылку и давлением руками заливаем масло в редуктор. Еще хотел бы отметить, ребят, старайтесь всегда откручивать сперва сливную пробочку на редукторе. Вот мы ее уже открутили, сорвали. Вот она легко уже откручивается. А потом уже сливную откручивайте, снимайте. Вот так вот выглядит крышечка эта. А, кстати, вот сейчас видно, оттуда потекло масло. Это говорит о том, что уровень масла в редукторе отличный, хороший. Вот. То есть, по сути, в заливную горловину наливается масло до тех пор, пока оно не польется чуть-чуть с края сливной горловины. Это будет означать уровень, так как щупа нету на редукторе и так далее. Вот, ну все.
После того, как вы открутили заливную крышечку, срываем уже сливную. Ну, мы уже предварительно сорвали. Осталось открутить, слить. Далее продолжим. Далее, дорогие друзья, вставляем конец вот этого шланга в заливное отверстие редуктора и наполняем вот эту бутылку. Вот таким, собственно, маслом мы наполняли ее. Переворачиваем бутылку кёрштормашками и давлением руки на бутылку мы загоняем масло в наш редуктор. Ну, масло я уже налил в редуктор. Редуктор уже полный. Как только полилось с заливного отверстия масло, излишки, я остановил подачу. У нас вошло примерно 900 грамм. 900-950 грамм масла в редуктор. Далее закрутили и затянули полностью сливное, вот оно, и заливное отверстие. Протянули, сейчас сполоснем это все карпом, вытрем вот эти потеки масла, чтобы в дальнейшем видеть, не пропускает ли у нас масло с заливной или сливной крышки. Вот, собственно, вот таким образом можно самому на яме поменять смело, спокойно, без напрягов масло в заднем редукторе. Короче, ребята, сегодня решили поменять масло, короче, в колдине в заднем редукторе. Ну и заодно чуть-чуть драйва катнуться на ней, посмотреть, что как вообще там на летней резине зимой гонять. Колодки задние поменяли. Вот. Поедем сейчас потаксуем. Боком тачка прет. Хоть и без багажника, без окон, без дверей, но, собственно, достаточно неплохо едет. Ну, тут, собственно, на гаражах места маловато. Конечно, бы куда-нибудь выехать. Но это немного позже. Колесо уже не клинит? Нет, я же поменял все. Аккуратней! Вот такая вот колдинка. Я, честно говоря, блин, не сомневаюсь. Yeah.
еще сомневается, you welcome. Нет, 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 нет. Надо зимнюю резину ставить. Как впечатление? Нормально. И всяк? Да. Нравится машина, да, твоя? Конечно. Вот понимаю, да? Лялечка. Драйв. Скажи тем чувакам, которые писали, что эта машина ни хрена не едет. Едет! Приезжайте, прокатим, посмотрите. А так вообще... Да, скоро все поставим. Киски заценили розовый, вообще гламурный. Да. Все, покрасим их, белый цвет будет, вообще красота. Чуток газульки дадим. Ощущается, конечно. Ну все. В следующей серии, я думаю, посмотрите уже более такой укомплектованный вариант будет. Покрашено, дай бог, все поставлено, собрано и красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!